Почти 50 человек попали в больницу с подозрением на сибирскую язву в Ямало-Ненецком автономном округе. Это в Тюменской области. Еще двое пациентов госпитализированы сегодня утром. Всего сейчас в инфекционном отделении окружной больницы Салехарда находится 49 человек. В основном это оленеводы-кочевники из поселка Ярсале. Большинство госпитализировано в целях профилактики из-за контакта с зараженными оленями. Однако у 9 человек уже есть предварительный диагноз. Это сибирская язва. Всем жителям поселка сделали прививки. На всякий случай поголовная вакцинация оленеводов началась даже в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате вспышки сибирской язвы. На Ямале уже умерли больше 2000 оленей, но вспышку опасного заболевания ликвидируют при участии Министерства обороны даже. В Тундру переброшены подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты.